Зеленый мыс – это современный микрорайон с престижными многоэтажками и целым кварталом особняков. На территории обустроены детские площадки, охраняемый паркинг и зеленые зоны. В каждом дворе есть фонтаны и скульптуры. Это авторский проект, который совершенствуется с каждым годом. Мы гордимся нашим комплексом. Он необычен для Украины и комфортный для проживания людей. Это не обычные панельные дома, это жилье со вкусом, с историей, с каким-то художественным замыслом. Мы хотели построить комплекс, чтобы он был лучшим на юге Украины, и я думаю, нам это удалось. На территории микрорайона расположены частные дома, а также несколько линий таунхаусов. Это сблокированные дома на 11 семей каждый. Кроме этого, «Зеленый мыс» включает в себя три жилых комплекса – английский дом, премиум и пале-рояль. Всех их вместо сотрудников ЖКС обслуживает современный сервисный центр. У нас все по-другому. У нас доступность к начальнику ЖК, к инженеру. То есть мы открыты и всегда в любое время суток поднимаем телефон, решаем вопросы. А они же бывают разные. У нас есть инженер ЖК, помимо меня, есть сантехник, есть разнорабочий в ЖКе. То есть для того, чтобы какие-то там неполадки, какие там есть вопросы закрывать. Почти все дома в «Зеленом мысе» уже сданы в эксплуатацию, однако на территории жилого комплекса «Английский дом» возводится еще одна, четвертая многоэтажка. Купить квартиру в ней можно уже сейчас. В каждом доме парадные выполнены в индивидуальном стиле. Отделочный материал используется в парадных, такой как текстурированные обои, портретная живопись, мраморные лестничные пролеты. Мы выбрали английский стиль, потому что в Одессе такого нету. Это наша фишка, наш стиль. В каждой парадной обустроена специальная мойка для домашних питомцев. По словам авторов проекта, это особенно удобно для хозяев крупных собак. У нас продумано все до мелочей, не только для детей, не только для жителей, а и даже для их любимцев, это собачек. То есть люди, которые держат животных, придя домой, могут зайти вот это помещение, возле которого мы находимся, помыть лапки собачки и затем подняться в свою квартиру. Жители «Зеленого мыса» рассказывают, микрорайон комфортный и хорошо приспособленный для жизни. Также люди хвалят работу сервисной службы и экстерьер. Ну, во-первых, здесь архитектура. Вообще удобно. Здесь рядом дорога, трасса. Новый микрорайон, так что очень удобно. В скором будущем на территории микрорайона появится детский сад, школа, спортивные и торговые центры.